Ну что ж, ладно, ребят, еще раз всем привет, добро пожаловать, и продолжаем Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Так, вчера мы остановились на том, что занимались дополнительными активностями, всякими сайдами и так далее. В частности, прошли первую часть цепочек квестов с Юфи. А теперь погнали по сюжету. Нужно пойти к Айрис и, наконец-то, может быть, помочь ей. И собрать для нее эту тележку, которую мы обещали. Правда, там был какой-то разговор насчет какого-то задания, так что сейчас посмотрим. Зак, ты мне нужен, Модельхайм. Я знаю, просто дай мне минутку. Айрис там нет. Проблема? Откуда ты знаешь, Айрис? Ну, это все сложно. Правда? Она тебе что-нибудь говорила? Ничего. Тогда я тоже не буду. Ну, ладно, наверное. Неважно. Приехали. Ну, прекрасно. Вот как у нас дела. Цен. Эй, ребят. Здесь нет сигнала. Ну, по крайней мере, мы все целы, невредимы. С нами все будет в порядке. К счастью, у нас есть те, кто привыкли к такой местности. Да-да, я деревенский парень. Ну, тогда ладно. Мы бы уже добрались до Модельхайма, если бы не разбились. Так что придется наверстать упущенное время. Ладно, ребят, за мной. Да, приехали, называется. Так, 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 так. Это уже потом. Я хотел по магазинам зайти, посмотреть, что у нас по хилкам. Ну, в целом сойдет. Нам ничего не надо. Солар, хорошо, ты вспомнил. Так, лучше гасить огнем. О, отлично, прокачка навыка. А, блин, невидимая стена. Как же их ненавижу. Готов. Следующий. Эй! Не оставайтесь слишком далеко. Ну, по крайней мере, хоть кто-то идет ногу со мной. Но я тоже деревенский парень. Откуда ты? Нибелхейм. А что насчет тебя? Я? Гонгага. Эй, что тут такого смешного? Ты знаешь Гонгагу? Нет. Это такое захолустное название. То же самое касается Нибелхейма.
Как будто ты там был. Не был. Но там ведь есть реактор, верно? Реактор Мако за пределами Мидгара, как правило, означает, что больше там ничего нет. Хорошие новости, Ценг. Я и Клауд. Оба эксперты по захолустью. О, да. Хорошо, тогда продолжайте. Да. А вот и облачко. Он тут еще молодой, сколько ему? 14, по-моему. Да, молодой Клауд еще некоторое дерьмо не повидал. Ну или я вот не помню точно. Или 16, может быть. Ну, короче, нужно погуглить точно. Могу ошибиться насчет возраста. Тут, к сожалению, нету нигде возможности посмотреть возраст персонажей. Памы, новостей нету. Какая-нибудь библиотека с профилями. Мана закончилась. Бить обычными атаками слишком долго. Эту птичку. Ну, Астер, да не, можно легко загуглить. На Википедии должно быть информация. Не знаю, почему у меня цифра 14 в голове. Это я слышал. Видно. Думаю, я подожду. Эй, Зак. Итак, ну каково это быть солдатом? Что-то я не понимаю твоего вопроса. Ну, ты узнаешь, как только присоединишься. Если бы я мог присоединиться. Не беспокойся. Если я смог, то и ты сможешь. Клауд, смотри. Это Генезис. Испытательный полигон для раскопки Мако. Ладно, я пойду проверю. Наша главная миссия здесь. Это разведка. Вовлечение Генезиса не ожидалось. Не ожидалось? Так что, мы просто оставим их или как? Ну, как бы то ни было, нам нужно больше информации сначала. Вполне возможно, что более большая крупная сила скрывается внутри. Понятно. Тогда сперва, по возможности, я буду избегать бой и проникну внутрь. Затем я осмотрюсь там. Если я смогу завалить их, я это сделаю. Да не беспокойтесь, я докажу, что солдаты — это не просто кучка безмозглых головорезов. Ладно. Вход находится за складом. Проберись оттуда внутрь.
Думаю, ты знаешь, что будет холодно, так что следи за температурой своего тела. Если ты будешь переставать двигаться, температура твоего тела будет понижаться. Для того, чтобы вернуть ее обратно, просто сделай свое обычное дело. Окей, хорошая идея. Свое обычное дело. Мы знаем, какое обычное дело, да? Не, Солар, одеться? Ты что? Это как-то слишком... легко. А, блин. Так, ну что ж, погнали, сохранимся сначала. Меня отсюда вообще не видно, да, ребят? Никто меня не замечает. Привет, Билдин. Так, подтвердить тактику и начать проникновение. Еще осмотреться. Просто подтверждать. Ребят, казуалчина. Тут есть подсказки. В PSP-версии их не было. Или что это там за кружки? Ладно, они все-таки, походу, это немного упростили. Охранники постоянно патрулируют территорию. Если вас обнаружат, они бросятся в погоню. Если вас догонят, начнется бой. Ага, прячьтесь за объектами. А, понятно, это место, где нужно спрятаться. Зак может скрываться от обнаружения, спрятавшись за объектами, такими как стальные бочки. Прячьтесь в отмеченных местах. И вы не будете обнаружены. Но я вот эти места не помню, чтобы их выделяли. PSP-версия. Дальше. Поддерживайте температуру вашего тела. А температура вашего тела будет снижаться, если вы слишком долго находитесь на одном месте. Когда температура вашего тела достигнет 26 градусов, наверное, вы провалите задание. Поэтому... согрейте свое тело, выполняя приседания. Отлично. Треугольник, чтобы выполнить приседания. Это еще не все. Сбор контейнеров. Всего есть 5 контейнеров. Но вы потеряете один из них, если произойдет следующее. Начнется битва. Перемещение за пределами территории объекта. Температура тела снизится ниже 26. Угу. Учитывайте все маршруты патрулей, доберите все контейнеры и доберитесь до пункта назначения. Удачи нам! Так, ну 36 нормально, жить можно. Так. Вот этот чувак сейчас развернется, пойдет туда, и я вот хрясь сразу. А, ну или вот так тоже сойдет. Нет, я перепутал кнопку. Лес. Привычка из Xenoblade. На кнопку, где треугольник, открывать сундуки, а тут на крестике. Блин. Чё, загружаемся? Я понял.
Так. Ладно, давайте. Разочек. Ну, вроде в этих сундуков все равно ничего такого полезного. Да, я понял, погнали. Так, быстро, быстро. Отлично. Ну же. Да блин! Ну в смысле, я ж... Ладно, фиг с ним. Стоило подождать, чтобы он ушел. Я вроде был как раз в нужном месте, думал, не заметят. Погнали. Но мне кажется, или тут как-то температура помедленнее падает. По-моему, в PSP-версии как-то это было пожестче. Она, по-моему, там падала быстрее. Так, ну мне делать там как бы нечего. Мне нужно вон туда. По идее, сейчас немного осмотрю сначала. О, куда? Так, 32. Скоро нужно будет отжимания делать. Там вроде никак не пройти. Блин, а тут можно и вообще как-то поймать, чтобы они были.
на других сторонах я смог тут быстро пробежать. Посмотрю, что у нас тут. Ничего все-таки. Нужно здесь пробегать. Ой, нет. Давай, солдатик, вали. Вот наш шанс. Отлично, мы в дамках. Ну что-то как-то изи. Температура нормально, успеем. Не, по-моему, PSP версии действительно температура падала побыстрее, там пожестче было. Ну, типа, как бы все. Что-то это было не так страшно, как это запомнилось. Я даже разочарован, что ли, немного. Тут уже все, стелс кончился. Он мне нужен. Держи. Мне нужны ваши задницы, идите сюда. Да, ну вы поняли, короче. О, еще сундук. Просто зелье. Так, ой, да ребят, да забейте вы насчет этого. Ладно, все, закрыли тему. Копия Генезиса, который внешне копирует его полностью. Опа. Хорошо. Ты можешь идти вперед. Я разберусь здесь. Ты что-то сказал? Давай продолжим дальше идти. Да. Да. Жаль, что вот за Сефирота не дают поиграть немного. Чтобы всех вошотить. Так-то ж.
Лежать. Так, тут сундуков нету. Окей. Так, стоп, Астер, сейчас про что? Давай рулетка. О, есть. Он труп? Нет, он еще живой, ладно. На тебе тоже коньку немного. А, Астер, ты про плащ. Понятно. Так, ну все, идем дальше. На дно. Что все это значит? Ты нуждаешься во мне, Генезис. Помни это. Если ты избавишься от меня, то кто же тогда остановит деградацию? Клетки Дженовы. Стой! Клауд, хорошая работа. Но никто не знает, где хранятся клетки Дженовы. Даже Хожо не знает. Ты никогда их не найдешь. Тогда я охотно приму свою судьбу. Но я заберу с собой весь мир. Клауд, иди. О боже, это та самая битва. Прекрасно. Рав, короче, здравствуй, как ты читаешься правильно? Иди сюда. А, равнина, здравствуй. Ну да, на чем еще играть-то? Эй, блин, чуть-чуть не успел, там маленький кусок. Блин, Ос, конечно, хорош в игре. В смысле, реген? Совсем офигел. とっておきのお見舞いしてやれ!
Блин. Спасибо, Перу. Слишком просто. Зак, прыгнись. Внешность может быть обманчива. Спасибо, я твой должник. Рад бы был быть полезен. Отлично. Равнина, да тут заходить сзади главное. Ну и использовать уже магические навыки по слабостям врагам. А если их нету, как сейчас, ну... Используй то, что у тебя самое эффективное в арсенале. Это же не слэшер. А еще тут рулетка, которые тебе дают рандомные бонусы. Так что в каждой битве бывают свои моменты. Как позитивные, так и не очень. Господи, мы, конечно, неплохо так подняли. Лимит. Отлично, криты, криты, пошло, пошло. Все, он готов. Мечты о завтрашнем дне с разбитой душой. Гордость потеряна. Крылья оторваны. Конец близок. Такова судьба монстра. Мы не монстры, слышишь меня? Мы солдаты. Где твоя честь? Даже если завтрашний день будет лишь обещанием, ничто не может помешать моему возвращению. Если этот мир ищет моей гибели, он пойдет со мною. Генезис. Так, окей. У нас еще Genesis мод открылся для DNV. Ну, дополнительная надстройка. По сути, мы получили его лимит, когда во время обычного режима DNV возникает лимит, иногда добавляется ролик. Изображение Genesis. Это означает, что DMV вошел в режиме Genesis. Угу. И когда на барабане его изображение совпадает к вашему... Короче, вам будет добавлен соответствующий лимит от Genesis.
Изображение генезиса на барабанов может стать недоступным при переходе к новой главе, также по другим причинам. Но оно снова появится, когда режим генезиса станет доступным. А, понятно. Ценг? Клауд? Где они? Это что за дыра? Они пошли туда? Сейчас посмотрим. Так. Привет, Немериус. Find yourself, Немериус, поздравляю. Ты такой, Немериус, с ноги зашел в чат и сразу отношения прокачал. Кек. Тут есть уже сейф. Ну ладно. Так. Значит, на этот раз ты в Модельхайме, да? А разве это не находится рядом с гостиницей Исилс? В зоне вечной мерзлоты. Должно быть там очень холодно. Когда эта местность... Когда-то эта местность была кандидатом на место добычи Мако. Когда она была... Оно было полно строителей и ученых вокруг объекта Шенры. Но после того, как планы по созданию реактора Мако было отменен, деревня опустела. Так было до тех пор, пока недавно не начали появляться сообщения о тревожной активности. Уединенность и суровость окружающей среды, должно быть, делают его удобным местом для групп, выступающих против Шенры. Ну, Астер. Окей. Айсил. Эрис. Ну да, если перевести, то сосулька. Но окей, это название. Переводить не надо. Какие термины. Так, что тут? Привет, Зак. Я Луксирия. Солдат второго класса. Мы только что встретились на этаже солдат. Это я рассказал тебе о Сефироте. Просто хотел сказать, что я очень... Уважаю тебя. Твоя сила духа проявляется в том, что ты никогда не теряешь улыбки. И поэтому я хочу помочь тебе всем, чем смогу. Поскольку ты всегда в движении, я подумал, что ты, возможно, захотел бы быть в курсе событий в Мидгарде. Ну, типа... Спасибо, наверное. Не то, что я просил об этом, но вот. А вот и генезис мод. Правда, толку от него. Отлично. Генезис мод все хочет и хочет активироваться, но что-то как-то да, не успевает. О, три косаря. Лишние не будут. Так, а тут что у нас? Мана ап. Это потом можно будет слить.
Бани. Так. Солдаты Шенры, я благодарю вас за вашу ежедневную тяжелую работу. Быстрый рост Шенры привел к появлению... Опа, разве мы это не читали? Искажений. Во многих частях нашего мира. Это тень Шенры. А. Они. Тень Шенры. Темные сущности, которым президент и вице-президент должны противостоять. Это, в свою очередь, может определить нас как жертв теней Шенры. Однако мы, как сотрудники компании Шенры, должны действовать ответственно. И я верю, что вы сделаете именно это даже без моего руководства. Спасибо и удачи. Короче, понятно. Промывка мозгов по полной идет. Сколько мужиков тут. Отлично. Уровень. Сома. Так, а тут что? Неужели какие-то квесты сейчас внезапные? Похоже, что у меня есть несколько голосовых сообщений. Послушай несколько. У вас завтра есть сообщение. Сообщение 1. Эй, подождите, вы, ребят, что, закрыты? Ладно, тогда думаю в другой раз. Ну, ребят, послушаем все. Второе сообщение. Эй, короче, у нас тут пати из 8 человек на завтра. А, что? Голосовая почта. Че, реально тут все 23 будут? Третье. У меня живот болит с тех пор, как я выпил у вас. Что случилось? Я подам в суд. Четвертое. Я, кажется, оставила там свою сумку. Можете проверить? О боже. Вы еще закрыты? Надеюсь, что вы не вышли из дела. Шестое сообщение. Остались ли какие-нибудь места на... Этот. В первом ряду. Седьмое. Закрыто. О боже. Приближается день Д. Убедитесь, что вы будете открыты. Понятно? Девятое. Пожалуйста, ответьте на нашу анкету, и мы... Понятно. Десятое. А мы можем арендовать ваше заведение для частной вечеринки? Одиннадцатое. У вас там есть еще тот пакет в заведении, верно? Но в худшем случае сделка все еще в силе, даже если вы не откроетесь для дела. Окей. Это служба утилизации. Мы звоним, чтобы спросить, в какое время вы хотите, чтобы мы приехали для сбора мусора. О боже, следующее. Простите за это, но мы вынуждены перенести день Д. Я позвоню вам, когда будет назначена новая дата. Боже. 14. Ребят, ну еще немного. Если вы закрыты навсегда, то что будет,
с моей личной бутылкой. Я пошутил, но не буду. Вы также закрыли и спа. Ну, точнее, горячие источники, скорее. 16-е. Я пришел, а там все закрыто. Что происходит? Да. 15-е. Возникли некоторые проблемы. Сделка сорвалась. Вы не сможете связаться со мной какое-то время. Блин, вот это нас к чему-то приведет, я думаю, в конечном итоге. Здравствуйте. У меня есть бронь на завтра. Я очень жду этого. Окей. 19-е. Я слышал, что вас закрылись на реконструкцию. А когда вы снова откроетесь-то? 20-е. Это туристическое бюро Шинры. Мы звоним сегодня, чтобы узнать о возможности повторно использовать ваши помещения. 21-е. Похоже, я не смогу забрать посылку. Мне очень жаль, но вам придется избавиться от нее ради меня, хорошо? Ой, простите, номером ошибся. Бывает. Последний. Я уверен, что ты уже знаешь, что местонахождение посылки находится в багажнике. Багажнике. Рядом со сценой. Ну... Тут, скорее всего, не в багажнике, а именно в ящике, учитывая, что рядом со сценой. Те, кто знает, может там... Ладно. А где сцена? Вот сцена. Окей. Это оно, что ли? В чемодане вообще. Имелось в виду, ладно. В чемодане что-то есть. Так, ну все. Activating combat mode. Conflict resolved. Attack! Activating combat mode. Conflict resolved. Attack! Грифончик. Ну что ж, апокалипсис 5 уровня. В этом режиме у Зака будто синдром восьмиклассника. Лежать. Монстр Анжил. Означает ли это, что он здесь? Посмотрим. О боже.
Так, стоп. Дуг. Так, тут больше ничего нету. Можно идти дальше. Эй! Клауд, давай. Я не помню этот момент в оригинале. Я в порядке. Цэнк. Цэнк. Впереди. Ты должен поймать Холландера. Энджил ждет тебя. Но, может быть, я не помню, потому что это место так сильно изменилось. Так. Сундуков нету. Есть. Один. Так. Ребят, у вас как там со стримом? Все норм? Там есть слот для чего-то. Ну, сейчас найдем для чего. Ну, Астар, на чем смотришь? Twitch или Good Game? Если на Good Game, то вполне возможно, что он глючит. Лучше Twitch использовать сегодня. Как и в 90% стримов в последнее время. Genesis. Это должен был быть я. Я должен был разобраться с Генезисом. Да? Тогда зачем ты послал меня? Чтобы подготовить тебя. Для твоего следующего боя. Ты с ума сошел? Прекрати! Кто-то ждет тебя, не так ли? Анжил. Не делай этого. Очень хорошо. Анжел, пришло время отомстить за страдания нашей семьи. Семьи? Нет, мой отец умер. Отлично. Тогда сделай это для своей матери. Стыд моей матери заставил ее покончить с собой. Стыд? Какое ужасное заблуждение. Ей следовало бы гордиться. Гордиться тем, что она была... частью нашего эксперимента, проект G. Или лучше сказать, проект Джиллиан. Не произноси ее имя. Джиллиан, женщина, которой имплантировали клетки Дженовы. Генезис, у которого есть гены, были внедрены ему во время эмбриональной стадии. Да, Генезис оказался неудачей, я признаю это. Но ты, Анжел, на самом деле, ты был создан внутри тела Джиллиан. Ты само совершенство. Зак. Я само совершенство. Я совершенный монстр. Мои клетки могут поглощать генетические признаки и передавать их другим. Сила Дженова полностью перешла к тебе. Зак, помнишь, что я сказал? Наш враг приносит лишь страдания.
Да. Но ты не один из них. Но я создал свои собственные страдания. Зак, давай. Я тебе покажу. Прекрати. Ты не знаешь, что делаешь. Черт. Хотя бы один образец. Анжил. Энджил. А что насчет чести? Отлично, халява. Привет, Нутай. Ну да, кто бы сомневался. А и сейчас будет больно. Понятно, лучше иметь полное ХП при таких атаках. Твоя жопа моя, Энджил. Let's go.
Ах ты ж! Чего? Неплохо так он снес. Хорош. Есть пробитие. Зак, прими мою благодарность. Это для тебя. Защищай свою честь всегда. Прими свои мечты. Если ты хочешь быть героем, тебе нужны мечты и честь. Эй, Зак. В городе наверху небо. Ближе, верно? Это как бы страшно, но цветам это может понравиться, наверное. Значит, ты хочешь быть солдатом? Ну, держись, удачи. Итак, теперь все здесь? Сэр, да. Вы все новички, верно? Да, сэр.
Только один совет. Нет. Приказ. Примите свои мечты. И что бы ни случилось, берегите свою солдатскую честь. Понятно? Да, сэр. Мы все вернемся сюда живыми. Вы меня слышали? Пошли. Конец главы. Блин, что-то как-то... Да, момент, конечно, пробил немного, так сказать. Ладно, давайте сохранимся и сделаем небольшой перерыв. Продолжение следует.